Я пойду за тобой, но сперва нужно... Убить всех, кто внутри. Да, именно. Надо держаться в тени. Так вот, где они скрывались. Твоя догадка была верна. С ними покончено. Осталось выяснить, что они затевали. Нужно осмотреться. Никогда не видела таких монет. Они из Персии. Доспехи афинян и спартанцев. Жители никогда не поняли бы, кто на самом деле напал на остров. Последователей Ареса интересует поэзия? Вряд ли. Постой. В таком же стиле обычно пишет Феодор. Откуда у них его стихи? О, нет! Нет! О, нет! Какие сентиментальные. Это же печать моей семьи. Значит, украли. Она была слишком хорошо спрятана. Кто-то отдал ее. Здесь указаны имена. Все эти люди – влиятельные жители Самоса. Но в списке нет места. Страшно озвучивать мысли о том, что тут творится. Это твой дом и твой народ. Говори как есть. Думаю, они готовят что-то более масштабное. Согласна. Но меня пугает совсем иная перспектива. О чем ты? Сомневаюсь, что персы действовали в одиночку. Мне кажется, им кто-то помогает на Самосе. Кроме меня, есть только два человека, что могут быть виновны. И в том, что случилось... И в том, что случится. Геродот. Шла, видела и слышала. Скажи, кто же предатель? Это Феодор. Он служит персам и привел сюда последователей Ареса. Горестно признавать, но ты, скорее всего, права. Что ты будешь делать? Сперва поговорю с Феодором. Его могли подкупить деньгами, обещанием наделить властью. Но у него ведь и так все есть. И я бы хотела понять его мотив. Но порой нам не дано узнать правду.
Геродот, ты как будто забыл, что больше здесь не живешь. Ты предал Самос. Мы нашли лагерь последователей Ареса. Почему ты стал помогать персам? Самосцы не заслужили страданий, которые пришлось испытать нам. Или ты забыл, почему мы тогда уехали? Что за вздор? Я столько трудился на благо нашего народа. Хотел освободить его от гнета войны. А ты обвиняешь меня в пособничестве персам? Ты приказал им убить родителей? Или персы сами так решили? Я... Напрасно ты вернулся! Феодор! Я знаю, ты любишь брата, но нужно завершить начатое. Да, угроза не миновала. Мы должны защитить Самос. Нам стоит поспешить. Куда? Найти Местора и Феодора. Умри! Феодор не мог отдать им воинам приказ напасть на нас. Выходит, это не он. Нужно найти место. На востоке есть укромная бухта, где можно незаметно бросить якорь. Вперед! Стоит здесь оставаться. Поищите!
обязан будь тебе рядом. Жизнь. Я тебя выведу. Я привязан. Ты в безопасности. Где местер? Приказал запереть меня и ушел. Он явно спешил. Ах, Феодор. Ни слова больше. Я был неправ. Прости. Как только расправитесь с местером, уезжай. Тебе нет места на Самосе. И в нашем доме. Ты ведь знаешь, что нужно делать? К несчастью, знаю. Ты можешь остаться. Я все сделаю сама. Нет, нам нужно встретиться. Я хочу знать, зачем ему это. Элла. Ладно, ладно, я попался. Как ты мог? После всего, что они для тебя сделали, тебя приняли в семью, а ты их убил. Это трагическая случайность. Поверь, я до сих пор оплакиваю их смерть. Не верю ни единому слову. Зачем обманом втягивать Феодора? Союзников найти непросто, а Феодор хотел помочь. Говори, что задумали персы. Самос может стать прекрасным бастионом, разве нет? Ты предал Самос, своих родных, свой... Мир не делится на черное и белое. Порой людям нужно, чтобы кто-то принимал решение за них. Они дали мне власть над Самосом. Это уже не важно. Последователи Ареса убиты. Все узнают о том, что ты совершил. Я постараюсь. Да уж, постарайся. Всегда мечтал увековечить свое имя. Но, возможно, ты захочешь повременить с этим. Почему же? Потому что корабли уже в пути. Оставь его. Корабли важнее. Поспешим. Thank you.
Амос спасен. А что место? После неудачи он не получит второго шанса и уж точно не останется на Самосе. Послушай, это из-за меня ты обвинил Феодора. Я просил тебя сделать выбор, потому что не мог решить сам. Ты доверился мне. Я всегда доверяю тебе. К тому же решение я принял сам. Спасибо тебе за все, Кассандра. Без тебя я бы не справился. Мама велела встретиться с ней возле статуи Артемиды. Надо будет повидаться с мамой, Брасилой. Но!
Кто ты? Я? Да так никто. Но ты? Ты величественнее, чем говорил Брасит. Может, вон та статуя в твою честь? Брасит? А он как тут замешан? Так он говорил. Придет могучий воин со сломанным копьем. Про величие не сказал. Брасит умеет распознать воина. Моя слава переживет статуи. О, да. Люди должны слагать о тебе песни. Аркадий, ты настоящая легенда. Где Брасит? Я хочу с ним поговорить. Ну, конечно. И с той женщиной тоже хочешь поговорить? Стой. Вы похожи. Скажи, где они? Мог бы. За это Брасит мне и заплатил. Так почему нет? Он пожадничал. Умри! Моя слава переживет статуи. Серьезно? Скажи мне, где они? Или я срежу эту ухмылку с твоего лица? Он сказал, у тебя скверный нрав. И правда. Скажи мне, где моя мать, и сможешь уйти отсюда живым. Ты добра. Но от Аркадия не жди ничего взамен. Говори! Найдешь их на утесе около Тегеи. Ты сказал, Брасит не заплатил. А кто тогда? Говори, или будешь болтаться на этом дереве на собственных кишках. Архонт. Он дает за твою голову вдвое больше, чем Брасит накопит за всю жизнь. Кто такой этот Архонт? Назови имя. Лагос. Его зовут Лагос. Самый влиятельный человек в Аркадии. Кто владеет зерном, тот правит миром. Считай, тебе повезло. Хватит с меня крови. О, крови будет еще много. Ты же в Аркадии, Кассандра.